When I was a little boy, my mother always told me, Tommy! Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы начинаем проходить игру Evil Defender. Что нам начинать делать? Нажмите, чтобы начать миссию и пройти обучение. Ага, ну давай. Речной перевал. Вторжение в земли зла уже началось. Наспех вооруженные крестьяне пересекли границу и вступили в бурные воды реки. Обычный кошмар, хаос, ад, инферно, испытание. Ну, обычный, раз другого нельзя ничего выбрать. Я думал, что это какие-то демоны, а это, ребята, крестьяне. Ты можешь представить, какие крестьяне губошлёбы? Защита земель. Защищайте свои владения, не дайте вражеским отрядам достигнуть конца дороги. Располагайте свои башни на их пути так, чтобы ни один не ушел живым. Мощное, но медленное оружие наносит урон по площади. Чем дальше от эпицентра взрыва враг, тем меньше нанесенный урон. Стройте здесь. Так, орущая пушка. Ага, нажмите, чтобы запустить волну. Это ваше здоровье. Если оно закончится, вы проиграете. Так подожди, а я играю за зло, что ли? Это ваше золото. Так, новая башня, старая крипта. Охраняет дорогу с помощью скелетов. Они задерживают врагов, вступая с ними в ближний бой. Тактика сражений. Так, подставьте врага под обстрел с других башен, задержав его на дороге при помощи скелетов. Для большей эффективности отправьте их как можно ближе к другим башням. Стройте здесь, понятно? Так, скелеты. Ну, так, а я могу? Могу, вот сюда вот их поставить. Пускай стоят, да? А мы с тобой новую волну. Торопыга. Так, а я здесь могу? Ага, не хватает у меня, да? Могу приближать. Так, а камерой двигать можно. Можно, ребята, все отлично. Так, ну что, разобрались с этими ухами? Разобрались. Что дальше? Следующую волну вызываем, что дальше? Новая башня, гоблин-арбалетчик. Одна из первых башен, средний радиус действия, умеренный урон, высокая скорость атаки. Даже так. Ну давай сюда поставим. Короче, мы воюем против людей. Обычно всегда люди, да, воюют против нежити. А тут все немножко наоборот у нас с вами. Что это такое? Так, новый враг — крестьянин. Простолюдин с вилами. Не так опасен в одиночку, как в рядах многочисленного отряда. Да это сосунок какой-то. Ну что, следующую волну вызываем. Новые способности. Молния. Мощный электрический разряд. Чем ближе враг к месту удара, тем сильнее будет нанесенный урон. Ага, все, я понял. Давай проверим. Бегут, бегут. На! Короткое замыкание. Давай сразу следующую волну, ребят. Потому что, ну, сами видите, они ватные. Скелеты с ними просто на ура справляются. Можно прокачать? А, малый миномет. Не хватает мне. А, ну правильно. Не хватает денег. А эти крестьяне, смотри, уже усиленные. Все равно мы их порвали. Давай следующую.
Места силы. На каждом уровне есть свое особое место силы. Каждый из них представляет вам возможность повлиять на ход сражений необычным способом. Так, мощное течение реки затрудняет продвижение вражеских отрядов. Это дает вам преимущество в бою. Понятно? А здесь новый враг. Толстяк-крестьянин. Вооружен тяжелой лопатой и, надо признать, неплохо ею владеет. Да ладно, серьезно что ли? Вот этот вот хлыщ медлительный. Так, старая крипта. Опа, я улучшил старую крипту. Крипта пехотинцев. Вон, мои лучники, смотри, какие стали уже. Хорошенькие, в доспешках. Почему лучники, если это пехотинцы? И мои лучники, вот у нас 90, можно улучшить. Давай. Гоблин, бомби. Ну что ты там спишь? Он очень медленно перезаряжает, ребят, свои пушки. Ну ладно, это терпимо. Следующая волна. Кстати, тут всего 10 волн будет. Дай-ка я их вот так вот. Кто это там у нас? Вражеская защита. Бывает двух видов, физическая и магическая. У самых слабых врагов нет ни той, ни другой. Физическая защита самая распространенная. Магическая доступна лишь избранным. То есть, ого. Друзья мои, это уже не крестьяне далеко. Это уже рыцари. Самые настоящие рыцари идут. Так, порвали, порвали. Вызываем следующих. Гаденыши. Давай. Орочья пушка. Слушай, тут что-то их слишком много. Улучшаем, ребята. Инноватор. О, у них еще круче доспехи стали. Да они рвут их. Просто рвут в клочья. Хе-хе. Следующих. Так, это последняя волна у нас. Бегут крестьяне с лопатами. Плюс пехотинцы. Слушай, а тут еще можно будет потом какие-то улучшения делать. Вот что я тебе хочу сказать. Давай молнией сейчас шарахнем сюда. Аквашок. Во имя Теслы. Шоу продолжается. Угу. Далее. Ну, первый бой, ребята, был как обучающий. В принципе, с ТДшками мы с вами знакомы. Для нас это не новость. Оу. Так. Режимы прохождения. Пройдя миссию, вы получаете доступ к игре в следующем, более трудном режиме. Увеличивается сложность и количество волн, а также присуждается бонус к награде за прохождение. Ага. Это ваши души. Чем лучше результат миссии, тем больше душ. Вот они, да, души. Меню улучшений. Открывайте новые возможности своих башен и улучшайте способности в меню улучшений с помощью заработанных во время миссии душ. В дальнейшем это облегчит задачу земель зла. Перейти. Оу. Ух ты, тут, ё-моё. Тут у каждого свое, ребята. Так, ну что? Наверное, пехоту будем улучшать. Будьте здоровы, увеличивайте здоровье ваших воинов на 9,5%. Улучшим. А, тут можно и дальше улучшать. Оу. Так, увеличивает защиту. Ускоряет восстановление. Ага, я не могу дальше прокачивать, пока вот так не сделаю, да? А тут что у нас? Увеличивает радиус поражения на 5%. Сделаем. Так. А, снижает штраф за удаленность от эпицентра взрыва. 10%. Хм. Блин, тут дофига чего всякого есть вкусного, ребят. А это что такое? Золотой старт. Увеличивает запас золота в начале миссии на 5%. 350 душ просит. Давай возьмем. Так, 68 душ у меня всего лишь осталось. И я, по ходу дела, не смогу больше ничего прокачать себе. Да. Ну что же. Так, улучшение читальня. Тут хранятся все подсказки и описания. То есть, которые мы с тобой уже читали, да? Угу. Гоблин-арбалетчик. Гоблин-грабитель. Отважный гоблин. Так, ладно.
Прогресс. Что у нас по прогрессу? А, ну это достижение, ребята, да? Уничтожить, уничтожить, разрушить. Понял. Будем получать достижения с вами. Так, что у нас еще есть? Лидеры. Список лидеров. Вы должны войти для просмотров. Куда я должен войти? Молодцы какие-то, я должен куда-то еще войти. Так, ну что, друзья мои, вот у нас... Вот здесь почему-то ничего нету. Что это вообще? Это темный лес. Вражеские отряды добрались до опушки темного леса. На их пути каменистые тропы и жуткие болота. Че, погнали? Такие крестьяне, губошлёбы какие-то. Самые натуральные. Новые башни. Теперь вам доступны новые башни. Магические башни наносят серьезный урон, но в небольшом радиусе. А такие башни, как, скажем, спящий ящер, на время замедляет продвижение врага. Так, новая башня подмастерья. Наносит серьезный магический урон, но отличается небольшим радиусом действия и низкой скоростью атаки. Стройте здесь. Окей, для начала построим здесь. Какой-то пузырь тут. Ядовитый пузырь. Так, ядовитый туман из болота наносит урон вражеским отрядам. Понял, я его пока трогать не буду. Денег у меня пока хватает, а поставить я ничего не могу. Да? Странно, ладно, вызываем. Новые способности. Телепорт. Эта ловушка возвращает попавших в нее врагов на начало их пути. А, вот даже как. А ну-ка посмотрим, как ты будешь тут. Слушай, ну неплохо он бомбит. Медленно, конечно, копит заряд, но... Новая башня. Спящий ящер. Крик ящера на время замедляет продвижение врагов. А куда тебя поставить? Стройте, говорят, здесь. Замедляет продвижение врагов на 4 секунды. Архитектор. Я могу улучшить. Но я лучше, наверное, вот это сделаю. Окей. Че, вызываем волну? Скороход. А, он дышит, да, газом, и они идут замедленно. Все, я понял. Отлично, я сюда могу что-нибудь... Ох, могу, ребята. Хочу лучников сюда поставить. И вызываем с тобой следующую волну. Активируемые места силы. Некоторые места силы нуждаются в активации. Решайте сами, используете ли их возможности в битве. Главное, чтобы хватило золота. То есть они говорят про этот пузырь. Лопните пузырь в центре болота. Ядовитый туман окутывает всех врагов, которые не успели убежать. Ну, я так и понял. Ладно. Мы еще можем здесь что-то поставить. Так, как у нас там лучник стреляет? Нормально? Ну, нормально, терпимо. Вызываем следующую волну. Ой, тут две дорожки. Вражеская атака. Как правило, захватчики сразу бросаются в бой, но некоторые отстреливаются издалека. Такие враги особенно уязвимы в ближнем бою. То есть тут появляются лучники, да? Окей, я понял намеки. Фу, да мы их разобрали тут на... Вообще, с полтычка. Новый враг, лучник. Меткий и хитрый стрелок, передвигается быстро и никогда не стреляет в упор. Это его проблема. Так, можно нам... Да, можно. Улучшим, ребята, с вами нашего стрелка. О, а что-то так... Да ладно, это что за нелепое повреждение ты наносишь, а? Родной мой. Так, здесь не будем тратить с тобой телепорт. Не нравится мне это на самом деле. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой здесь поставим. Можем мага влепить, да? А это кто у нас? А, это ящер спящий. Давай мага поставим. Оу, смотри-ка. Новый враг, рыцарь. Вряд ли он знаком с рыцарским кодексом чести. Нетороплив, но опасен и вынослив. Да я вижу, он такой, да? Медленно идет, но... Так, перемотка времени. Если что-то пошло не так, за заработанные души можно отмотать время назад или прикупить на них улучшение во время миссии. Ничего себе. Даже вот так можно сделать. Опа, маг идет. Смотрите, ребята, маг бежит, сломя голову. Давай следующую волну. Так, маг.
Старый волшебник, ни много не в себе, атакует врагов с расстояния, используя свои познания в магии. Ладно. Так, взаимовыручка. Некоторые враги способны усиливать боевые качества своих союзников. Они излечивают, ускоряют или повышают защиту. Но не в этот раз. Так, это кто у нас там бежит? Новый враг. Клирик. Исповедник и лекарь в одном лице. Излечивают раны своих союзников. Ага, проникновенной молитвой. Вот ты что делаешь, да? Засранец. Так, мы сюда с тобой поставим, наверное. Не хватает. А давай-ка обратно. Так, а если мы... Давай пузырь, лопайся. Окей. Есть контакт. А этот пузырь одноразовый или появится еще? Так, может быть нам... Блин, смотри. Крепкие чувачки. Так, нам надо что-то сделать, ребята. Здесь маг, сюда вот поставить можно, в принципе. Не хватает. Твою ж налево, ну-ка давай, лопайся. Откат по времени. Предположим. Надо телепортировать его. Слушай, не очень далеко, конечно, телепортируем. Травить придется. Есть. Сколько волн? Последняя волна сейчас, ребята, будет. Денег мне хватит для того, чтобы... Вот, вот кого нам надо ставить с вами. Конечно же, наших дорогих скелетиков. Клирика этого валим-валим. Он сам себе хиляет, а? Прикинь? Жулик. Ну... Скелеты, чё спим-то? Эй, родные мои, давайте атакуем. Пройдуху этого. Лучше бы, конечно, его. А если я вот так вот? А, тут опять же не хватает монет. В плане! Нет. Да ты хорош! Ах. Ребята, вот это да. Я вот чего-чего, ну никак не ожидал вот, вот такого подвоха от этого клирика. Жесткий типок. Да, двоих пропустил, к сожалению. Иди ты отсюда. Эх, не достаем. И денег нету, чтобы что-то поставить. Хотя мы, где там можно было, ребята, отмотать стоимость. А что такое вот 4? Выберите... А, выберите волну. Ну-ка. Оу, слушай, это прикольно, ребят. Такого ни в одной ТДшке я еще не видел. Если честно. Ха. Значит так. Давай выпустим сюда мечников. И, наверное, сюда еще, да? И здесь. Я не позволю им пройти здесь. Этого уберем. Есть контакт. Давай, роднульки мои. Неужели мы не сможем справиться с этим клириком? Хотя подожди. Лучше нам, наверное, вот здесь вот с ним драться. Чтобы он шел и маг помогал нам. Давай, отхиливайся. А мы еще с тобой вот так сделаем. Блин, не сделаем так. Слушай, мы его сейчас завалим. Есть! Лесная избушка. 412 душ. Угу. Слушай, ну довольно прикольная, ребята, игруха. Пишите в комментариях, как она вам. Я знаю, что она очень старенькая. Но, как видишь, актуальная. Режим испытания. Впервые, пройдя любую миссию, вы откроете для нее режим испытания. Бросьте вызов врагу, испытайте свои силы и заработайте больше душ. О, как. Заработайте больше душ. А почему тут, интересно, мы получаем 3 звезды из 15, а? А карта вообще большая? Да что-то как бы я не сказал, что она большая. Вот это все, что мне... Так, а тут что? А, понятно.
А может быть, потом куда-то мы с тобой можем перейти в другое место. Так, куда нам рвануть? Сюда, может быть? Скалистый путь. Захватчиков все больше и больше. Они спешат по горным тропам, не обращая внимания на холодный ветер и грозовые молнии. Давай проверим, насколько они здесь хороши. Смотрю, надо же было так изобразить их, а? Специализации башен. У каждой башни есть три боевых специализации, которые могут повернуть ход сражения. Снайпер, да? Гоблин-снайпер наносит мощный урон на дальнем расстоянии, но стреляет медленно. Ага. А вот это что такое? Снижает скорость продвижения врагов по дороге вдвое. Сверкающими молниями наносит урон всем врагам, которые не успели убежать. Ага, вот оно как. Так, ну ладно, начнем. Начнем, ребята, наверное, с вами с лучника. Сюда поставим лучника, сюда поставим спящего дракона. И вот так. Да? Я думаю, это будет оптимально. Где там вражина? Кстати, подождите, не кажется, что слишком громко, не? Ладно. В следующей игре, если будет громко, ребята, мы с вами сделаем чуть-чуть потише. А, это обычные крестьяне, да? Сколько тут у нас волн? 10 волн будет. Все, я понял. Сюда я поставлю, наверное, скелетов. А вот это что такое? Так, старая крипта, темные рыцари. Так, склеп ордена. Самый темный из темных рыцарей, крепкий и закованный в прочную броню. Ого. То есть это я могу... А где мне эту старую крипту взять или сделать? Идут, идут, идут аглоеды. Нате. О, молния-то их практически не берет. Тихо, тихо. А это еще кто такой? Друзья мои, это кто такой? Снижает скорость вдвое, да? Замедлили мы их. Что это сейчас было? Что происходит? Оу, оу. На! Порвал, молодец. Новые способности. Маг Хиллман. Призывайте неуязвимого демона, он поможет одержать победу. Вау, спасибо. Так, орочий генератор. Поражает врагов одного за другим с помощью молний. Нифига тут сколько, ребята, всяких штук-то. Так, тихо. Алтарь ветров. Древний алтарь поможет вызвать мощный ветер, мешающий продвижению врага, или грозовую бурю, чьи молнии нанесут ему урон. Так, секунду, секунду, секунду. Мне нужен маг. Пускай будет здесь маг. Так, кошелек золота. Здесь, наверное, мы с тобой еще поставим, да? Скелетиков. Пускай они тут нам помогают. Есть контакт. Так, это была пятая волна, друзья мои. Ух ты! А это что такое? Летающие будут, что ли? Смотри-ка, смотри-ка, какой-то чувак с флагом. Новый враг. Знаменоносец. Присутствие знаменоносца в рядах вражеской армии помогает ей быстро двигаться к цели. Понятно. Короче, ускоряет скорость передвижения. Оу, они очень быстро бегут. Кого бы нам сюда поставить? Лучника? Или... Нет, мага, наверное, поставим сюда. Окей. А вот это, по-моему, летающие ребята у нас. Подмастерье, яд. Темный друид. Отравляет врагов. Так, а как мне его сделать-то? Поднять уровень ему. Летающие враги. Очень опасные враги, когда в воздухе. Некоторые башни не могут атаковать их, в том числе и орочья пушка. Вот эта пушка атаковать их не может. Могут только маги и лучники, как ты понимаешь. Лучники еще и промахиваются, по-моему, да? Хотя нет, попадает. Следующие вражины. Так, а тут... А ускоряться можно, ребята, ускориться. Так, здесь, наверное, нам придется призвать. Привет из преисподней. Давай, родные мои, бомбим. Так, надо нам, наверное, с тобой улучшить наших скелетов. Ай! Ушел демон.
Так, он отравлен маленечко, да? Если я... Блин, нифига, он жесткий чувак. Ладно, ему не пройти все равно через магов. В любом случае, мы его, да, накумарим здесь. Ну что, летающие. Спящий ящер, око ужаса, око зла. Снижает физическую и магическую защиту ваших врагов, делая их более уязвимыми к урону. Новый враг, Икар. А, авиатор-самоучка, мечтающий опровергнуть закон всемирного тяготения. Неуязвим для некоторых башен. Ага. Икар. Ай, блин. Слушай, а это плохо. А, друзья мои, что я тут смеюсь? Мы же их с вами не сможем подбить. Только лучники. Да, лучники смогут. Есть контакт. Так, какая у нас это была восьмая волна? Давай следующую. Что это у нас такое? Что это вот за корона такая, ребята? Я нажимаю. Тихо ты. Валим, валим, валим этого ускорителя фигово. Новый враг, паладин. С этим серьезным бойцом придется считаться. Повышает защиту союзников заклинаниями. Неуязвим для чар демоницы. В плане. Так, блин, соточка. Ну-ка, попробуем, ребята, с вами. Ага, ага. А вот это вот-то что? Паладин от этого. Да. Ха. Зашибись, ребята. Если он сейчас сам себя еще будет хилять здесь. А он будет хилять. Аура у него какая-то здесь. Чего? На удар буквально. Ему на удар, ребята, моих скелетов хватает, ты прикинь. Мне нужно вот этого демона, ребята, вызвать. Как можно быстрее, как можно быстрее. Тынч, просто удар делает и все, ребята. И мой скелет просто падает. Ну-ка. А как здесь ты проявишь себя, а, парень? Слушай, слушай, ну он, паладин, серьезно какой-то, ну очень мощный. Так, скелеты помогают нам. Отлично. Давай, 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 давай. Есть. Одним меньше. Горец. Царь горы. И три звезды. Да, паладин действительно серьезный противник. А это он один был, а прикинь, если их будет целая армия. Угу. Что? Так, у нас, ребята, какой-то портал, что ли, открылся? Или что это такое? Я не знаю, ребят. Я не знаю, что это такое. Что? Я думаю, наверное, на этой ноточке мы сегодня пока закончим, ребята. Пишите в комментариях, как вам игра, будем ли мы дальше в нее играть. Ну, а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.